Я могу сказать, что из опыта, так сказать, общей валюты, вот евро, например, да, отчетливо видно, что те страны, которые отказались от евро в свое время, ну, например, такие как Норвегия или та же Англия, да, они по большому счету очень даже выиграли. И кризис их меньше коснулся, и вообще у них не было вот тех самых проблем, которые моментально, в очень короткий промежуток, возникли, так сказать, вот в странах Европы, где был евро. Поэтому я бы тоже, прежде чем брать за основу какую-то валюту общую, да, вот на месте и ученых, и руководителей стран, очень хорошо подумал еще раз, зачем и нужно ли это, и если нужно, то как это будет все происходить в реальности, да, и что мы изберем, и есть ли смысл вообще для нас, если эта валюта не рубль, да, расставаться с рублем. Я бы очень не советовала.